перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Все уже нельзя, к сожалению. Хотел сегодня открыть тебя порадовать, короче. Было место, где было. Увы. Это стадика 18-го года. Но он, типа... Вы, наверное, думаете, что это Booker the Fred, но нет, это кубик льда, на самом деле. Я холодный кубик льда. Чё, какие дела, ребята? Это самое важное, что может быть на съёмке. Это вот эта вот хуйня, что ли, которая... Да, да, да. Да, конечно. Можно без неё, но я просто... Какие дела, друзья? Мы тут формируем бюджет нового клипа. Когда ты снимаешь на кинокамеру... Кстати, секунду, проясни, пожалуйста. Скажи... Да сам скажи. Да. Это мой менеджер Артём Вараб. Йоу! Пипс! Короче, кто хочет нам помочь и сняться в нашем новом клипе «Минск 12 октября»? Знаю, приходи. Короче, сняться в новом клипе и помочь нам. Смотрите, господа, во-первых, скидывайте скоро большую почту, куда вы можете присылать свои заявки на клип в Москве 18+. То есть вы должны выглядеть старше, чем я. Это очень важно. Следующее. Если вы хотите нам помочь, то вы... Нет, я не буду забивать усы, чувак. Они прекрасны. Прекрасны, чем твоя жизнь. Короче, вы можете нам, если вы хотите, конечно же, помочь, хотите... Вы же отказались. Хотите тусануть? Блядь, какое говно. Если вы хотите с нами тусануть, господа, то предоставьте нам свою квартиру для съемок клипа. Да. Чем больше квартира, тем больше респекта. Если хотите это сделать, с нами тусануть на этих выходных, то тоже дадим почту, пишите, и все будет заебись. А у меня пиздатые усы. У тебя пиздатая жизнь, у тебя пиздатые усы, бро, смирись с этим. Все, возвращаю. Так, респект. Подожди, напомни еще раз, что 18+, и Москва. Потому ребята, Москва 18+, скоро напишем почту. Те, кто хотят залететь в новый клипос, присылайте заявочки. И квартиру. Да. Заявки и квартира. Ну что, давайте пообщаемся. Какие новости? Так, смотри, зачем нужна хлопушка? Когда ты снимаешь на кинокамеру, у тебя может быть разделен звук. Почему ушел с антихайпа? Отвечаю на этот вопрос один раз. Потому что пора что-то менять. Windows. Booker 2018. Нужен А, хлопок. Почему он называется хлопушкой? И Б, когда ты начинаешь осматривать материал, давай, приходи на вид. Сразу на экране написано, что это за дубль, откуда эта сцена и в какой момент мы ее снимали. Плюс написано все показатели, которые... Сколько стоит вода? Господи, смотри, это вообще ничего не стоит. О! Гораздо лучше стало же, нет? О, Ваня Светлов, возьмем Ваню Светлов в клипе. Либо в Москве. Вань, если в Москве, конечно, приезжай. Туда пишутся все показатели. Как казалось, похудели? Нормально, на 6 килограмм похудел. Типа, и сон. Говори еще на 6. С кем в будущем фит? Фокус на расстоянии. Вы не поверите, все, пацаны. Выйдешь. Коля Донецк, да? Привет. Выделим человека под это. Так, что мы что-то разнабой пошли. Вараб, тебе сколько лет? Стойки я уже добавил, но их нужно... Артему 22. Купил билет на VIP в Питере. Респект. И вы, пацаны, мы анонсировали тур концертный. Так что покупайте билеты. Билеты уже в продаже. Ищите ваши города, залетайте. Просто еще стойки. Да. Тогда у нас 7 стоек. Ой, с кальяны, привет, салют. Почему 7? 6. Одна пакетная. Андрюш, что? Просто либо вот неграмотно, либо я. Приезжай в Сыктывкар. В Сыктывкар пока не зовут. Как только позовут, обязательно приеду. Артём, можно мне в БМ пойти? Меня все зовут. В БМ? Да. Booking Machine? В Big Music. Так, микрофоны нужны. Кайф тебя со Smoke Purple. Слушай, очень хотелось бы, что скоро. Я каждый день его Инстаграм смотрю, пока не написал. Я жду. Ты напиши сам, братан. Будет ли как? Да, напиши Smoke Purple, пожалуйста, формируем предложение. Концерт на Украине? В Украине. Слушай. Микрофоны. Один для бэкстейджа и второй на камеру. Когда начнут пускать нас на Украину? Почему? Или в Украину? На камере? Нет, блядь. Приедем обязательно. Глад Валакас, респект. Для того, чтобы нормально синхронить. Да возьми на камеру какую-нибудь. Это... Обычно вот это самый простой. Который... Да, ну, есть у нас идейки. Фитануть с исполнителями других жанров. Вот, планируем раз. Сейчас это. А в этот? Как вам альбом вообще, пацаны? Что там такое? Это про что? О.
Короче, как вам альбом вообще? Пишите, рассказывайте свои впечатления. Что мы его выпустили недавно, мне интересно. Давай сейчас спросим. Я готов до коленка. Хотите, хорошо. Я вам прикол покажу? Я просто на коленках у него сидел, чтобы Илья красил весь стрим. Недоступно, а я так, так хочу это, тебя это, поцеловать. Это, это как три, так. Какой ужас. Ты посчитал там все, все эти, блядь? Yeah. Все вещи? Не, я имею в виду, ты посчитал, я имею в виду не вещи, а все. Так, это, когда восстану, не знаю. Как только позовут, восстану, сразу приеду. Спасибо, над интрухой старались все мои кенты. Да, не сбавим, братан. Да, блядь, как это отключить? Ужас какой. На отборе 140? Нет, вряд ли буду. Брекеты поставлю скоро, наверное. Я так думаю. Короче, будет скоро. Завтра, кстати, мы будем в 3 часа. В эфире радио... Как это радио называется, Артём? 21 Studio. Мегаполис FM же, да? А, нет, Мегаполис — это другое радио. Да, студия... В эфире радио... Завтра в 3 часа будем в эфире радио Studio 21. Короче, расскажу про новый альбом уже, который готовится, про продолжение коробочки. Много про что расскажу, поэтому завтра в 3 часа нарубайте ваши приемнички, будем общаться. Ну как, мы будем общаться, вы будете слушать. Челябинск, слушай, у меня смешанные впечатления о Челябинске, поэтому надеюсь, что в этот раз я его получше распробую. Многие хотят от тебя фит с ЛСП, я тоже очень хочу фит с ЛСП. Олег, пожалуйста, напиши мне. Олег, давай что-нибудь запишем. Что в коробке? Расскажу в следующем альбоме. Будет продолжение. Передавай привет Махачкале, Махачкала, салют. Про антихайп уже отвечал, пацаны. Больше не буду отвечать. Слушай, вот я думаю насчет брекетов. Ну, надо бы поставить, конечно. Потому что это такой прикол себе с зубами. В Чебоксарах? Да, очень хотелось бы в Чебоксарах выступить. Надеюсь, получится. Нет, я никого специально не игнорю. Просто не все сообщения вижу. Не, я не то, что делаю эти альбомы, как носки меняю. Просто у меня была изначально концепция, и мы разбили альбом на две части. Ну, короче, вы скоро все увидите. Там пиздец будет полный. Вообще, новый звук. Новый звук. Как у Ромы Лакимина. Даже лучше. Хотя, казалось бы, куда лучше. Можешь рассказать, в чем заключался релиз коробки? Расскажу, но попозже. Здравствуйте. В Украину очень хочу приехать, но пока нас не пускают. Когда, короче, получится, тогда получится. Так, 37200. Почему ты больше в араба не хуесосишь в сторис? Артем, почему я тебя больше не хуесошу в сторис? Я тебе пизды дал. Ну да, мне пизды дал. С чего начать в репе? Ну, лучше не начинать, братан, полная хуйня. Новые видосы? Слушай, не знаю. А в селе Батырево хотел бы выступить? Да, хотелось бы. Если есть организаторы из Батырева, то пишите на почту. Кого Запада слушаешь? Smoke Perp. Smoke Perp — лучший рэпер. За последнее время. Нас не пускают, потому что правительство Украины считает, что мы экстремисты. А мы не экстремисты, мы журналисты. Ну а что нас не пускают на Украину? Потому что мы экстремисты. Вот. Да, нас такими считают, но мы не такие. Будешь стримить игрушки? Слушай, я вот думаю, нет, девушки у меня нет, давно уже, к счастью. Я планирую себе змею завести, мне кажется, в принципе, одно и то же. Вот. Как относишься к Стиму? Нормально, у меня очень много игр в Стиме. Нормальная платформа. А Скользкий передает привет Заку, Варабу и Артуру. Лёня опять обделили. Будет ли мерч, как на последней фотке? Мерч к Чао — это мерч Ильи Плавника, поэтому это к нему вопросы.
первом паль. Слушай, я хуй его знает. Мне как бы подогнали Янги, вроде оригинальные, поэтому только за свои кроссовки могу сказать. Вараб проиграл на батле, не стыдно? Артем, тебе не стыдно? На каком конкретно, да, типа их было много? Не знаю. Сейчас играю Ведьмака под твой трек. Респект. Купили дошек красный, да. Артуру купили красный дошек. Он не сдох, к счастью. Может продолжать свои кредиты платить, блядь. Попробуй в Хардстоун. Братан, я очень много в Хардстоун отыграл, мне надоело. Больше еще в Раменском. Да, если Артем позовет, то приеду в Раменское. Да, я видел, что Илья стримит. Я поэтому посмотрел, подумал, что можно тоже провести прямую трансляцию, ответить на вопросы. Сигареты? Нет, сигареты у него были, блядь. Релиз Эминема, слушай, я не слушал. Я небольшой фанат Эминема, честно говоря. Про антихайп последний раз отвечаю. Ушел из антихайпа, потому что пора что-то менять. Пора выходить на уровень бога. На уровень группы Dope Club. Думал ли насчет концерта в Калининграде? Слушай, в Калининграде, да, было бы здорово, но пока организаторов не находится. Прочитал первую книгу «Ведьмака», и мне не понравилась. Вторая лучше. Слушай, ну они первые три все в одном ключе, поэтому если тебе не понравилось, то, наверное, это не твое. На стрим КСД, да, залетел бы. На маятнике Фуко был. В Чапаевск. В Чапаевск. Приеду, наверное, когда-нибудь. Поехали в Нальчик? Да, эти концерты. Ну, можно. Меня в Нальчик вот приглашают. Тверь, Круг. В ДК. Владимирский, Централ. Эминем Дис. Да, у МГК, кстати, пиздатый Дис мне понравился. А на самолет посадили друга своего, а то он из-за твоих ебучих песен опоздал. Да, на самом деле это мой друг Саша, он улетел нормально. Купил себе билеты тогда, мы с ним там с женщинами в гостинице отвисали. Но он уехал с утра, а я остался. Я бы трахнул Йеннифер, по-любому. Так, Великий Новгород планируешь? Да везде планирую, братик. Еее, Анзор заебаться, скоро едем в Нальчик. Анзор заебаться, кстати, охуенный пацан. Я не думаю, что дойдет до батла между Эминем и Машин Ган Келли, это очень странно. Второй альбом будет называться Unbox, я буду, думаю, что там будет не меньше, больше 10 треков. Нахуй тебе батла ебашь музон, я ебашу музон, братан. А почему трек «Ведьмак» не содержит в себе тучу отсылок на «Ведьмака» абсолютно абстрактным? Там очень много отсылок на «Ведьмака» на самом деле. Надо просто присмотреться. Оксимирон, как относишься? Оксимирон, супер. Респект. Оксимирон, респект. Вот супер, просто супер класс. Как относишься к обалдению? Ты не в курсе, что ХХО... О, смотрите, пацаны, я закрыл себе кольца активности. Видали? Я сегодня качался. С большим ребенком кассету, очень хотелось бы фиток, но не знаю. А кто это такой? Big Baby Tape. А. Приезжай, привет городу Шклову и брату Жене. Брат Жене, респект. Есть дядя Женя, есть брат. Как относишься к обладает? Обладает, супер. Просто обладает всеми качествами идеального рэпера. Я могу читать тебе сообщение из конфликта, ты сам тоже идешь. Как относишься к реке Ф? Не знаю. Такое. Это хуёво, собственно, Ханза моя лучше. Просто я на стажировке, еще раз спрашиваться не буду. Не хочу. Ты дал пизды джигли в том видосе? Нет, мы помирились. Скользко. Я Женя, а я Федя. Короче, нас спрашивают, железобетон или субботу? МЦ Бентли охуенный тип, я не буду с ним батлиться. Почему у тебя в треках много отсылок к Наруто? Потому что я люблю Наруто, браток. Такаши 69, заебись. Пойдем на Такаши? Отдуть полная хуйня. Такаши 69 лучше Дудя. Кав Тверь, Федян, слушай, как только, так сразу. Как относишься к деду Грише? Только коту Грише респектую, больше никому. Когда еще топовые батлы от НКВД? Никогда. Че, серьезно? Да. Че такое фрешка, братан, я не в курсе. Я хуй знаю. Хочешь, я буду ведущим в вашем стриме, задавать тебе вопросы, как Юра Дудь? Не, я справлюсь. Это... И сделать еще раз иншалат. Сложно быть знаменитым. Ну так. Я боксом занимался, боксом было сложнее заниматься. За боксом.
Чейни крутой парень. Дэн Чейни, генерал. Где треки, блядь, только что альбом выпустил, братан. Ну что, прикалываешься? Вторая коробка будет схожая по звучанию? Нет, вообще другая по звучанию. Это будет вообще другой альбом. Принципиально будет отличаться. Принципиально. О, мне звонят. Подождите секунду. А, ты хотел таблицу, Артём, строку буфера вставить, да? Сиди, пожалуйста. Я уже все это сделал у себя. Здрасте. Здрасте. Ну, понятно, потому что мы локально. Короче, я ничего не исправляю. За май норм. Да, ничего не исправляй. Я сейчас... Ничего, наркотики плохо. Да, я записал бы фит Хаски. Хаски мне нравится. Кстати, вы можете перейти в Apple Music, и там есть одна рокерская работа. Забейте, увидите. Тихо, убей Феди, да, всех выебем, выебу. Я лично этим займусь. Что открыть нужно? Да, привет. Ее, заебаться. Фит с Букером? Федя не хочет нафитовать. Я хочу, а он не хочет, понимаешь, что беда. Да, я думаю, что он стал немножко симпатичнее, да? Ну, пожалуйста. Я не буду говорить ему это. Ебой. Скоро будем продавать такие блинги. Вот такие. Мой блин. Мы сделаем такие же. Если вы хотите, то ставьте больше лайков этой трансляции. Да не очень долго. Еще раз перейду. Я лично, это Федя на самом деле. Его другая версия. Ну, я новый фильм. Короче, если вы смотрели аниме «Блич», там был капитан одного из отрядов. Он был ребенком, а когда становился суперсильным, становился типа больше. Это вот туда. Это Шазам из DC. Да. Не, ну может быть, не похуй. Блять, сука. Да. У меня бизнес, да. Все, он, да, все, я зову, я тоже. Сколько по времени мы начинаем снимать? В 3 часа начинаем снимать. Часа, значит, нам нужно аппаратуру взять. Я пародия на Федю? Сейчас. Ну да, я пародия, люблю пародировать. Так, клип выйдет, они шахуют. Все, давай я заберу тебя. Всем привет, передаю. Все, что передал всем? Привет, да. Здорово. Недоступно, а я так хочу тебя поцеловать. Надо посмотреть, но ты не готова, вижу это по твоим глазам. Бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, поцелуй меня в щеку. Аппаратуру зарезервируй. Слышь, братан, а давай поставим песню группы «Фрэнзона» под твой «Walk it like a dog». Кстати, это нормальная идея, да? Салам пополам. Кто сказал салам? Братан, первый дроп такой, который должен быть. Типа, вы все поймете. Там это сложный релиз, он не так прост. Когда выйдет второй, вы все поймете. Я вам все объясню. Ну, мы с тобой просто грозят отпросы на техноком. И лучше я уже отпрошусь туда. У меня вообще грозят отпросы на Северную Корею, братан. Еще бы это одно. Мой лейбл вот тут сидит, вот смотри. Это мой лейбл. Кровосток. Что находится в коробке, узнаете во второй части релиза. Альбом Фаллен еще не слушал, пока не было времени. Типа на первом релизе были отчетливые крики. Неужели так тяжело было? Недавно Бухой Исла ВК Трансу запустил, обещал на 100 зрителей рассказать суть батл рэпа в России. Ну, блять, удачи, дай бог здоровья. Свой первый альбом помнишь? Да, помню. Будет ли фит с алфавитом? Думаю, будет, да. Короче, пацаны, когда выйдет вторая коробка, вы просто охуеете. Там такое, блядь, мы сейчас записываем демо-материалы, это полный пиздец. Сейчас сосед твой зайдет. Там реально, там просто жесть. Трек Trap Tears очень зашел, спасибо. Как тебе монеточка? Блядь, у меня этих монеточек, нахуй. Возьми вот это. Какая из монеточек, скажи, пожалуйста, какая вот мне должна понравиться? Не понимаю. Guinness Original. В чем смысл коробки? Скоро все узнаете, пацаны. Дайте вам, этому нужно время. Это 12 часов в субботу. Ну это прям совсем. У тебя Сбербанк нет комиссии, если что. Флешблат смотрю, ощущения пока двойственные. Но прикольно. Всегда, типа, мы с тобой перекидываемся.
А давай мы расскажем историю нашего... Планируешь фит с иностранными артистами? Да, с Артемом Варабом Бля, у меня стрим сломался, Артем. Хорошая шутка была, блядь. У меня стрим сломался. Или у меня валяется просто. Где это забудло? Бля, пацаны, у меня стрим сломался, что делать? Да, чини. Дос, блядь, да? Петь, а где вот эта вот черная хуйня? Мама, какая? Блю. Блю, это, которую мы должны рекламировать. Когда Федин расскажет историю... Пацаны, у меня сломался стрим, я не знаю, что делать. Так ты смени камеру, типа, и потом... Стрим починится. Нет? Максимус. Стрим починился. Короче, пацаны, какой прикол. Рассказываю забавную историю. Нам вот тут такой вот объект прислали. Написали, типа, что вот, чуваки, мы вам заплатим денег, отрекламируйте его. Я не показывал лейбл, но вот такая я штука. Я обычно рекламирую. Типа, да. Да, конечно. И нам написали, вот, чуваки, давайте, типа, там, мы пришлем вам девайсик, вот, отрекламируйте, бабок нормальных заплатим. И я такой, типа, Артем мне его привез, я его попробовал. Это полное дерьмо, пацаны. Просто я в ахуе от того, какая это срань. Я не буду говорить, что это за лейбл, но вот увидите вот такую хуйню, которая похожа на ручку. Блять, не, фу, блять, не покупайте ее. Отдай мне ее, это мой подарок. Не надо. Такие вот этот девайс прислали, бабок заплатили. Полное дерьмо, пацаны. Нет, мы купили девайс. Там типа там взяли скидку, должны были возместить его стоимость в итоге при бабках. Мы поговорили, сказали, ребят, извините, пожалуйста, мы попробовали, прислали, попробовали, нам не понравилось, мы не будем рекламировать. Мы никого не обманываем. Да, девайс ужасный. С Моргенштерном, не знаю, пишите Моргенштерну в комменты, чтобы он со мной фит записал. Я же, кто я такой, чтобы сам его писать? Я, понимаете, я даже не Тимур Кобиц. Бля, это был бы охуенный кашпинцев. Он такой же маленький. О, пацаны, у меня есть нормальная идея. Сейчас. Открой, пожалуйста, iTunes, Артем. Смотрите, у меня есть вот такой девайс. Я думаю, те, кто смотрит... Сейчас, окей. Сейчас. Не, подожди. Те, кто смотрит Дружа Обломова, наверное, как бы разбираются, что это. Мы сейчас будем мерить температуру моего альбома. Как думаете, вот мой релиз горячий или нет? Сейчас померяем. Ща. О, 31 градус по Цельсию, пацаны. Жара. Это реально, бокс это жара, вот и видите, официально. Сделай, чтобы, типа... 30 градусов, вот смотрите, чуваки, 30, 38. Вот это горячий релиз, я называю. Да. Артем 34, но он хач, ладно. Короче, все, релиз официально горячий. Еще раз измеряем. 30 градусов, пацаны. Самый горячий альбом. Самый горячий альбом. Альбом обладает сколько? Альбом обладает, это просто, это мечта. Так. Когда в Тулу? Не знаю, скоро. Когда-нибудь. Когда в Тулу? Больше не отвечаю, уже отвечал. У меня тело 36,6. Ну ты альбом запиши сначала, потом мы с тобой поговорим. Первый дроп на престиж прошел. Слава Дворецков, респект. О, смотрите, у меня новое кольцо. Видели какую-нибудь такую хуйню? С изумрудами. Ну тут нихуя не видно, конечно же, блядь. Но они там есть. В Воронеж очень хочу приехать. У меня в Воронеже есть одна очень симпатичная подруга. Я все до нее доехать хочу. Артем, можно нам Воронеж тур включить, пожалуйста? Не болей. Я болею, у меня 38. Не болей, пожалуйста. Долбоебище, не болей, брат. Да, кстати. А, так я бросал. Маленький, пожалуйста, не выдержу. Когда фит с Гительманом? Да, кстати, Андрей, нужен. У нас. Бля, вот с Тимуркой Битс я бы фит записал вообще с удовольствием. Он охуительный. Посмотрите, что это все. Ну, там и залез, что-то скрепки. Ну, типа скрепки там, господи. То есть не надо этого. Это буфер. Когда в Дагестан? Артем, когда в Дагестан? Я был на летом в бабушке. CD-плеер. Не знаю. CD-плеер надо еще найти. Ну, это бесплатно все. Окей. А, остался один пускать. Ты в Москве? Да, я в Москве. Я в Москве. Подруга. Ждем тебя всем сердцем в Воронеж. Тоже очень жду. Что там пишут? Да. На выходную в субботу. С 9 до 3 ночи. В Москве на концерте будет Стефан Пай? Нет, Стефан Пай не будет. Будет только Папич и Рома Лакимин.
Скажите стихотворение, которое вторым партом в треке должен. Не, пацаны. Послушайте сами. Я бы хотел послушать твой фит с Фарой. Респект. Суббота, 8 число. Кто хочет... Цветы есть дома? Вот, смотрите. Вот мои цветы дома. Я кактус человеку. Я кактус. В Питере будет папич? Нет, в Питере папича не будет. Нет, все окей. А еще он... Он записал. Респект, респект. Пишите на почту, но можете и в директ, в принципе. Вот. Ждать ли тебя в треках Мози? Ну, наверное, да, когда-нибудь. О, здравствуйте. Сколько стоит хату снять? Не знаю. Я таким не занимаюсь. Скажите, своя хата. Мы только рэп делаем, да. Хорошая хата. Закодировался от батлов, да. Завязал. Куда биты кинуть можно? Кидай на почту, на рабочую. Да, не планирую дальше батлить, братан, не хотелось бы. А Богдан планирует? Лучше посмотреть, какое у меня ухо смешное. Знаешь, Богдан? Здравствуйте. Роща на поселке был? Концерт давали там. Я Рощева знаю, видимо, оттуда. Там родился русский политический Грайм. Как день прошел? Нормально, вот приехал в 5 часов в Москву, покушал в Старлайте. Сейчас будем клип монтировать. Я делал операцию в Rainbow Six. Где биты берешь? Что за тик, где кочевые треки? Братан, кочевых треков больше не будет вообще, все. Я буду петь, как СТ. Что за клип? Новый клип. Скоро выйдет новый клип. Жесткий. Вот такой вот. Е-рок. Просто рок-клип. Что? Я не хочу, в чем трансляцию еще посидеть. Ярослава, респект. Го-концерт в Первомайском. Братан, хоть во Второмайском, если организаторы позовут. За съемку в МСК не хочешь замутить? Только если голую. Артем Вараб, таджик, дагестанец, буерак. Клипы стоят дорого, бро. Это под силу только серьезным артистам. Типа Облы. А что за вопрос? Не знаю. Даш, не знаю, вряд ли мы завтра встретимся, завтра работаю. Иду на радио. Здорово. С кем фит будет? С кем-нибудь будет? Кидаешь снюс? Нет. Я не по голубящей теме. А, заебались с этим снюсом все. Уфы в туре нет, к сожалению. Вторая часть коробки будет до концерта в СПБ? Нет, конечно. Вторая часть коробки будет зимой. То есть на РНБ разъебал казахов, Микки Мауса и ноунеймов каких-то, а теперь не будешь батлить? Нет? Все? Я уже всем все доказал. Ну, ноунеймы какие-то, джаз, МЦ Коряжму давно не видел, кстати. Ноунеймы, надеюсь, у них все хорошо. Букер, на чем зарабатываешь? Я 223936. Я зарабатываю на рэпе, братан. И еще на продаже. Еще игрушку в форме тебя. Это очень мило, спасибо. Да, коробка будет после тура. Знаешь, такая Аляша? Нет, не знаю. Не респект. Мне нравится. Слышь, что, Тём? Федор, я тебя умоляю, не приезжай в Казахстан. Они этого не заслужили. Приезжай лучше в Выборг. Выборг, респект. Я бухал раз в Выборге. Тебя пизды дали. Я чуть не отпиздили. Спасибо за коробочку. Тебе спасибо, что послушал. Дудь, если позовет, пойдешь. Ну, схожу, может, похуесошу его. Мне кажется, нивелировал.
Юрий дунет в хуй дунет Юрий. Юрий свистнет в хуй свистнет Юрий. Е. Где ты не бухал? Не знаю. Любишь травку? Нет, я предпочитаю кокосовую стружку. Блин, это же звучало еще хуже. Ну да, я что-то тоже подумал. В нашей двери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка, пай, взяли меня. Ты че, бля, снайпер, пацаны. Бля, братан, 29 градусов. Снова копы на хвосте, все мои на высоте. Yeah, респект. Тимурка Битс, респект. Копы не любят меня, потому что я чего? Это, конечно, жизненная строка, но сам. Не надо. А. Это расстрел, братан. Че, пацаны? Шабите, мастурбируйте. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. А сделай себе фулмога на лбу просто. Типа, кому продался? Пацаны, я, блядь, как ты делал? Давай я тебе помогу. Он перебернутый у тебя. Да, спасибо. Да. Пацаны, реклама на трансляцию. Пацаны, я... А это видно хотя бы, типа? Ну так, средне. Давай релиз, блять, я только что релиз выпустил. Короче, пацаны, я пошел дальше хуйней заниматься. Всем спасибо, что были на трансляции. Я ее сохраню, чтобы было меньше вопросов. Скоро увидимся на концертах тура Going Postal. 16 городов. Всех жду. Че? Пошел нахуй. Сука, ты все, блять... Ты дебил, Артем, ты вот всю речь испортил нормально. Давайте еще раз. Все, пацаны, на этом трансляция заканчивается. Я ее сохраню, чтобы не было больше вопросов по некоторым темам. Жду всех на концертах тура Going Postal, презентация альбома The Bugs. Ждите завтра на радио Studio 21 в 3 часа. Дохуя чего, короче, дохуя новых подгонов. Снимаем новые клипы, скоро будет анонс второй коробки. Все для вас. Всех люблю, желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцкобаровский, и сегодня будем готовить французский луковый борщ. И на прощание вот забаню пидораса одного. Ты пошел нахуй, блядь, умник. Респект.